Привет всем, ребята, с вами Вента, и это долгожданный выпуск Грифер-шоу. В этой серии мы будем гриферить с напарником. Он мне рассказал очень классный способ гриферства. Мы будем угонять регионы на сервере. Ну что же, я думаю, вам это видео очень понравится. Ставим лайки, комментируем, подписываемся. Ну и приятного просмотра. Давай. Подожди, я не так быстро пишу. О, понеслась. Понеслась. Вот-вот. Смотри, тут лук есть. Ух ты, сука, говна. О, слушай, я сейчас маску себе заверу. Время одеваться и идти гриферить школьникам. Так, отлично. О, алмазный блок. Собираешь все нужные ресурсы для дома, для нашего, потому что нам надо выгребать. Да, сейчас я... О, заебись, чувак. Ну и алмазов там взял стак. Пригодятся. Ага. Смотри, а тут еще один приват, кстати. Ну ладно, посрать. Ну... А может заприватим этот домик себе? Да не. Все, и первая добыча готова, пошли теперь построим домик. Первая добыча, да, сейчас. Я думаю, что стоит поставить на паузу, отойти построить домик и после этого... Конечно, и мы вернемся через секунду. Ну а также, ребята, хотел бы вам порекомендовать бы отличный сервер Minecraft. Это сервер с модами. Действительно, это классный сервер, значит, советую вам сюда заходить, играть. Я здесь администратор. Регулярно захожу на сервер, тут дешевый донат, есть квесты, текстурки, классные моды. Ну, в общем, тут вам обязательно понравится, поэтому заходим, не стесняемся, ссылочка будет в описании. Ну, а мы продолжаем видео. Трубомжатская хата готова, все, продолжаем поиск еще домов. И начнем всех грифить. Сейчас, секунду. Все. Уу, он уже слинял. Он засал. Что-то у меня пусто тут. О, не пусто. Так, меч, луки. О, луки хорошие. Книжки какие-то говняные. Не, ну так неинтересно, даже не постарался с ним побороться. Да, он закрылся как баба и все. Ну гому сломаем тут все, тут, чтоб он знал. Так, стой, давай для начала загребем ресурсы. Я уже загреб все. Блин, погнали. Там ничего полезного нет. О, мне долларов дали. Да, мне тоже. Охренеть. Все. Стой, там еще подъем. О, он зашел. Бей его. Фак, он ПВП выключил. Удали регион. Давай. О, пошел. Давай. Даю. Сучка такая. Куда он линяет, зараза? Ну ладно, пошел в жопу. Давай тут сломаем все, ну упало. Давай, удаляй его полностью. Просто удаляй регион сразу, все. Все удали, заебись. Да. Класс. Так, что у него алмазики какие-то? 4 штуки жалких. И ломаем ему дом жестко. Ого, ты вниз спустись, посмотри. Да? О, класс, сейчас. А, вот это школьник себе. Ух, типа трупа, тайный ход, я еще один. О, тут вообще какой коридорчик длинный, слушай. Я говорил. Ладно, я пойду все на холм и сложу все, что мы добыли. Вот. Аналогично. Все. Так, луки. Все ценные. Все. Какао. А, все, ладно. Я же на холме. Так, где ты там удалил регион? Опять эта зараза летает тут. Эй, ты примешь меня, нет? А, точнее. Все, это на наш регион уже? Заебись. Лол. Налетаем. О, чувак, тут мечи бога. Охренеть. Да ладно. Охренеть, яблоки. Эндерперл, все, что надо. Ай-яй-яй, пошел в жопу. Он бьет. Тебя бьет? Да, он дерзкий. А он тебя бьет? Хуй знает. Он что, без креатива? Он же ж админ. Сейчас он себя... Сейчас он креатив к себе включит и все. Так, это же неинтересно. Вот, Пиви... смотри. О, слушай, бери сундук... А, полагает сервер. Это сервер? Бери сундуков вещи, чувак. В этом сундуке, да, возьми. Ага, все. Я там... А я пойду на второй этаж, посмотрю, что там. Ладно. Все готово. Все готово? Не, нифига. А, добавь мне, да. Так, Сергей, 1,
два, три, четыре, пять. Давай быстрее. Все. Уу, говно. О, ну 10 алмазных блоков, то хоть ну, что. Тут маяк есть. Давай. О, тут еще сундуки. Алмазики. Я маяк закрыл. Так, алмазики. Ты чуть-чуть возьми. Еще несколько маяков. Такое ощущение, что тру креативщика. Тру школьника. Я себе варочную стойку на память заберу. Память у Грифи. Там мембер остался еще в регионе. Они, наверное, уже в безумии то, что мы. Да, у них... там мембера удалили из региона. Да, РГ. Сейчас, РГ делит. РГ делит. Сделал? Сейчас. Быстрее. Готово. Все. Поехали, понеслась. Они, наверное, вообще. Вот-вот, всех. Вот этот нуба. Да. О, у них тут вещей. Нубских полно. Шо? О, алмазики. Давай, ломаем все сразу. Ту-дум-ту-дум-ту-дум. И там подкопай, чтобы оно в воду все упало. Вещи все. Давай, давай. Ты этого петухана убивай. А у меня лопаты нет, даже не лопаты. Блин, действительно. Сейчас, все, чтобы в воду упало. Все, ништяк, слушай, вообще. Загрифили. О! О, и дроп удалился. Прям вот. По маслу. Все, давай, сейчас я. Там еще куча флагов какие-то. Сейчас я доплыву. Короче, давай я загребу его. Не, я хочу. Ладно. Давай. Так, как он тут сейчас? Я надеюсь, что. Принесел 1 500 000 приватов. Клан. Клан дома. О, чувак, это какой-то клан еще. Обалдеть. О, ну сейчас вообще разберу. Удали. Сейчас. Да у меня есть лопата на эффективность 5. Так, клан дома. Все, снес. Снес? О, начинаем гриферсва. О, слушай, опасно. Начинаем все это. Сейчас надо убить маяки, короче. О, тут у них сундук есть, куча еды. Так, я начал наскидывать тут. О, тут куча алмазных блоков. Ништяк, слушай, дед. Во, тут я захожу сейчас в первый этаж, у них тут. Наверное, очень много брони. Да, чувак! Ой, погоди, пока не забирай. Слушай, его нам заплевать и бы не помешало бы, а? Я нашел их тру постройку, тру чарилку. Голову заплевать? Чего? Ладно, плевать тут. Нет, ты плевать у меня не хочу. В смысле не хочу? У тебя нет выбора. Давай быстрее, пока никто не вернул. Охренеть, слушай, я сейчас сюда все. Плевать быстрее, пока никто не вернул. Никто не вернется, успокойся. Они даже не заметят, что тут приватов нет. Окей, сейчас. Опять я регион нашел. Сейчас посмотрим, на что он способен. Давай я загребу его. Давай, ты. ПВП 12 называется. Так. На вот, блин. Так, ладно. Я яблочко отхаваю. Что у нас есть тут еще? У меня меч бога, мне норм. В курсе, что тебе придется. Все? Да. Давай расплевачиваем. Уху! Ин пустой, походу, мне кажется. Да. Да. А нет. Да не ломай, подожди, не ломай, не ломай. Так, палочки. Что ты делаешь? Я бульдозером работаю. Ладно, я тоже. Бульдозер. Мы сейчас с тобой снимаем видео про бульдозер. Сносим все регионы. Так, окей. Что тут еще у нас есть? Что за регион? Знаешь, я поставлю с хом, ты меня на хом тпшнешь. Все, давай. И выкладываем все в сундук. И я перевел. А, автофакты перевыложил.